Всем привет, вы на канал Hard Reset Info, и в этом видео расскажу вам, как включить или выключить сохранение параметров устройства. То есть, если вы его настроили, чтобы оно у вас сохранялось, и вы с любого другого устройства, зайдя в приложение, могли увидеть эти настройки, а именно камеры CTQ2C. Итак, для этого мы нажимаем на значок профиля слева сверху, нажимаем «Общие настройки» здесь, опускаемся ниже, и вот есть пункт «Сохранить параметры». Можем его выключить, окей, или же включить. Я советую вам включить, это довольно удобно. А на этом все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Всем пока!